Кто определяет, что есть правда? Кто определяет? Определяет канал Asmodee Play, на котором вы находитесь. Правда зависит от точки зрения. Однако многие русские по-прежнему обвиняют Америку в резне в аэропорту имени Захаева. Обязанность солдата защищать простых людей. И иногда ради этого приходится врать о том, что война – это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах. Тем не менее, похоже, в мире наконец наступит спокойствие. Единственная правда заключается в том, что наш мир – огромная пороховая бочка. Вопрос в том... Кто чиркнет спичкой? Ну кто? Ну то вот у кого есть эти спички. Москва, это командный пункт. Направляемся в Гамбург. В небе чисто. Все команды докладывают о прибытии. Команда 1, офис президента под контролем. Ох ты, ох ты. На нижней палубе все чисто. А, точно, сейчас президента вроде надо защищать, спасать там. Так, что-то не понял это. Ага. Василий ждет тебя, папа. Он ждет моего ответа. Это советский самолет. Мне он не нравится. Он никому не нравится, потому что он хороший специалист. Что ты ему скажешь? Правда. Следуем. Но это не понравится. Это не важно. Что это за самолет такой, блин, пипец как... Увидимся на... Коттедж. Как замок. Так, я что, здесь должен быть? Ну? Господа, у нас только два варианта. Война или мир. Жизнь или смерть. И ради так. Будущего наших детей мы господин должны пойти. Сейчас не тот момент, чтобы пытаться... Вау, Аня Ковалева. Анюта. Если мы не можем разрешить наш... Президент Ворш... Вас... Господин президент, укройтесь. Команда 3, доложите обстановку. Давай, 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 давай. Черт вас дери, команда 3. Самолет захвачен. Как он может быть захвачен? Мы же в воздухе. Защищайте президента. Код красный, повторяю. Ну? Мы ведем президента в убежище. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бум. Бам. Давайте. Перезарядимся. На. Что, неудобно стрелять? Когда такая хрень. Вы-то как на ногах оказались так быстро? Так, не понял, что, не туда, что ли? Никаких гранат. Вообще удивлен, чем мы здесь стреляем на высоте. Любое попадание в корпус разгерметизации, и нам всем хана. Разорвет самолет, если не взорвется. Давай. Да блин, подождите. Ой-ой-ой.
Вот что и требовалось доказать, говорю же, порвет самолет-то. Физику не учили, что ли? Это при посадке еще, а могло и в воздухе. Ладно, хоть патроны сэкономим. Контузия, амнезия, кто я, что я, не знаю, уйду сейчас в лес. Давайте, давайте. Ну. Давайте, агент Харков. Леонид найти президента. Пудаков, кто-то там. Пудовкин. Леонид Пудовкин. Давай. Ну. Ой, блин. Хорошая контузия-то у меня. Ну сейчас он где-нибудь здесь лежит. Он жив, здоров. Давайте, давайте, давайте. Сейчас должны приехать, напасть. Семьдесят два. Ну с прицелом. Ну давай. Ой. А. Это кто такой? Пойдем, пойдем. Ну ты идешь, давай быстрее. Тебя только одного ждем. Вперед. Не понял, ты что у меня? Пипец. Нахрен он мне без патронов-то нужен был. Так. Вот так вот. Потихонечку, помаленечку. Давайте продвинемся сюда. Ой-о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 й. Что-то меня кто-то заметил, я не видел его. Ладно, ничего страшного. Так. Ползем, 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 ползем. Я вот такой ползун. Кто здесь? Но сомневаюсь, что ты такой был. Точный и резвый. Оп. Видите, как я успел? Вот он ты. Ты, гад, меня убил. Кто, кто, кто еще? Кто, где? Кто-то бьет меня там. Давай. Бегу к тебе. Кого там расстреливаешь? Аж в мясо кого-то превратил там. Да вроде все сдохли сами.
Ну вот видишь, мы тебя спасли. Должен будешь. И вертолеты, машины, как вы все быстро тут оказались? Где-то за поворотом ждали, что ли? А тебе дверку открыть? Вот ничего себе. Здравствуйте. Задание провалено. Пожалуйста. Тащите его туда. Вам известно, кто я? Да. Тогда вы знаете, чего я хочу. Вы сошли с ума? Россия захватит всю Европу, даже если к тому времени от нее останется пепелище. Дайте мне коды запуска, господин президент. Вы никогда их не получите. Ну там вроде как триколор даже на самолете. У всех есть свои слова. Борт номер один. Найдите девчонку. Банк. Ну нахрена ты потянулся за пистолетом? Вот зачем? Ой, голова твоя садовая. Президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Пипец, как-то замучено там. Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служая на какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем. Точно. Если он снова в игре. Это который мы тоже. Теракт устраивал там, всех гражданских перебил. Вот он, падла-то, точно, вспомнил кто это. Ну ладно. Давайте посмотрим, что у меня из оружия тут имеется сейчас. Николай, мы на окраине деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Давай. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Ага. Ну нормально, так жить можно. Постарайся на этот раз не поймать пуль. Лучше о себе побеспокоиться. Ага, живой. Вот этим я раньше играл, с Оупом. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы? Почти, но не все. Найди остальных. Тихо. Опаньки, опаньки. Я не понял, ты что, кого-то тут успел уже? Меня, подождите. О, как прыгнули, да поехали. А обратно как? Вот таким путем уже не возвращаетесь, все? Двое на 11 часов. Сними их. Что, правда? Он ворвался в кабинеты прямо во время переговоров с очередными иностранцами. Пора бы на него даже не... Блин. Я вообще-то думал, это раб таскает. Гиена. Не хочу сюрпризов потом. Чтоб ты шум поднялась. Они беднягу живьем сожгут. Закроем их, пока они его не спалили. Давай, Юрий. Сними их. Идем. Че, всех перебил? Подожди. Стрелять, патроны, блин, казенные тратит только. Почему? Ну и нас немало. А, действительно много. Только не наломайте дров. Ой-ой-ой. Ладно, готовьте.
Давайте обходим. Не будем перепалку устраивать здесь. С дороги! Ложись! Живо! Лег! Вот надо же было устроить такую крем в мой день рождения. Лучше уж здесь торчать, чем каждый день есть то, что жена готовит. Это правда. Пробовал я, как она готовит. По-русски разговариваете, что ли? А, вот они. Идут вдвоем. Постойте. Кого-то расстреливают, что ли? Вау. Чисто. Нифига себе, мы с Тамарой ходим парой. Так. Правильно. Сюда сбросьте их. Так вот. Ты сейчас стрельнуть бы. Тогда придется отстреливаться и отстреливаться нам. Но это для тех, кто любит пострелять. Это самый хороший вариант. Почему так-то вышло? Он прямо по дороге. Так точно. Мы снова по атаку. Юрий, за тебя поддержка. Давай. Позицию на крыше и прикрывай нас. Вот так. Аккуратней, аккуратней. Руки заморал. Ну давай. Где? Выдвигаюсь. На дороге. Давай. Еще один патруль. Сними их побыстрее. Иду. Вот так вот, одним выстрелом, троих. Прорываемся. Чисто. Чисто? Чисто? Да здесь вообще не души. Николай, фабрика это тупик. Макарова не видно. Должно быть, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Давайте, где? Заметили. Блин, перебираться теперь. Оп. Юрий, беги! Бегу. Все ко мне. Подожди. Вот так вот подлянка есть. Юрий, наступай! Я! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему вы на меня-то все свалили? Хорошо, что они стрелять еще не умеют. Размахивают оружием налево-направо. Никакой техники безопасности. Так. Двадцать метров. Блин. Успел убежать, да? Этот наш. Ну давай. Ого-го, в голову ему прям разможил. Красавчик. Куда? Туда. Ведите меня быстрее. Где ты? Подожди. Стреляй по технике. Минутку. Справа.
Справа. Есть. Господи. Еще немного. Да без проблем. Блин. Ты запарил, у тебя и справа, то неплохо получается он. Подождите, подождите. Блин. Это мясо само бежит. Вау, вау, вау. Поднимайте меня, да пошли. Давай, бежим. Вот сейчас бежать только остается. Немножко, давай. Ну ты падла. Да шевелюсь я. Вау. Блин, я провалился. Давай. У них на башне миномет. Миномет. Готовы. Нам направляется крупный отряд ополченцев. Значит, устроим им теплую встречу. Юрий, миномет на крыше твой. Давай, чей еще-то? Я же прям минометчик прирожденный. Бум. Похоже на две единицы техники и отряд пехоты. Накрой их. Бум. Все цели в деревне считать врагами. Если кто-то шевелится, накрывай из миномета. Блин. Бам. Выдвигаемся. Надо добраться до церкви. У нас мало времени. Ну прыгай тогда. Сюда. Ты как там пролез? Как таракан, блин. Открывай. Сила есть, да? Только выздоровел. Уже вон. Железо рвет. Как Бэтмен. Николай, я прохожу к церкви. Ты уверен, что груз будет там? Больше некуда было его деть. Давай, давай, давай. Да я тоже надеюсь, что он прав. Ой. Давай, продвигаемся. Будем захватывать территорию. Ага, сюда нельзя. Ну ладно. Кто там? Вот так сойдет тебе. Бум. Здесь тоже в никуда, да? Не будем рисковать мной. Еще кто остался? Минутку, подождите. Давай, давай, давай. Да где ты? Я не вижу его. Блин, я его вообще не вижу. Где он там? Еще разок.
Почему не стрелять? Кувыркнула его. Подождите, отдышусь. Давай, ему в бочину прилетело, то уж добейте его. Давай. Двери, так двери. Кто тут? Защищать, да? Стой! У них тапка! Они вывозят груз! Времени нет! Беги в церкви! Живо! Сюда! Ой-ой-ой! Да уже прорвались. И вперед. Давай. Блин, не успели, да? Черт! Николай, груз ушел. Мы не успели. Что с Макаровым? Наверное, спугнули. Вытаскивай нас отсюда. Как думаете, что забрал Макаров? Отнайдем гада. Сами у него спросим. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!